Деловая программа молодежного саммита реализуется по 5 тематическим направлениям: образование, наука и обучение, молодежное предпринимательство, наука, технологии и инновации, общественная работа молодежи и волонтерство, а также здоровье и спорт. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских провел встречу с министрами и руководителями ведомств молодежной политики стран БРИКС. Разговор о будущем – это еще и обсуждение перспектив сотрудничества. Ульяновская область заинтересована во всестороннем развитии в рамках платформы БРИКС. Я очень прошу сообщить руководителям ваших государств, что Ульяновская область готова к сотрудничеству как в гуманитарной сфере, образовании, медицине, культуре, спорте, туризме, молодежной политике, так и в экономическом развитии. Молодежный саммит стран БРИКС проходит в Ульяновской области во второй раз. Участниками прошлого саммита стали представители 5 стран. В этом году к нам приехали делегации из всех 10 государств, входящих в союз стран БРИКС. Для нашего региона большая честь принимать на своей земле почетных гостей. Уверен, что продуктивная беседа, продуктивный, конструктивный диалог между руководителями молодежной политики стран БРИКС воссоздадут такие свои плоды, которые в дальнейшем мы сможем реализовать, потому что также в Ульяновской области проходило 3 молодежных лагеря БРИКС. В этом году мы проведем еще один лагерь БРИКС. Для делегации из Арабских Эмиратов важно, что все страны БРИКС полностью разделяют главные цели и задачи молодежной повестки Союза. Молодежь представляет для БРИКС особый и очень важный интерес. Thank you so much for this opportunity. It's a great pleasure to be here in Ульяновск, presenting the UAE and the delegation. Возможность, и для меня огромная честь находиться здесь, в Ульяновске, со стороны Объединенных Арабских Эмиратов. I think it's a great opportunity to build bridges between nations of the BRICS group. Я думаю, это прекрасная возможность для того, чтобы установить взаимоотношения, наладить мосты между всеми участниками БРИКС. Глава делегации из Бразилии приехал с визитом в Россию во второй раз. В Ульяновске оказался впервые и был восхищен красотой нашего региона с богатой историей. And for us, it's important to be here in this summit because Brazil understands that this forum is really important for our friendship and cooperation with the members. И прежде всего хотел поблагодарить Российскую Федерацию за предоставленную возможность находиться здесь, в Ульяновске. Вообще, я в России уже второй раз, но в Ульяновске впервые. И огромное удовольствие испытываю, находясь в этом действительно историческом городе с таким богатым наследием. Ну и, конечно, для нас, ну, мы налаживаем мосты для сотрудничества здесь, в БРИКС, и по молодежной повестке. В этом заключается основной, как бы, наш интерес. На полях саммита прошли стратегические сессии, а также была представлена медиаплатформа, которая позволит молодежи общаться друг с другом. Благодаря платформе участники смогут увидеть информацию по тем мероприятиям, которые проходят в странах БРИКС, а также по государственным программам и мерам поддержки. Решения, принятые на саммите в Ульяновской области, будут позитивно влиять на развитие молодежной политики в России и позволят нашему региону стать центром молодежной дипломатии. Валентина Никонова, Олег Тоньшин, Улправда ТВ.